Да, но мы смотрели экран, нам нужен, нам не нужен будет экран, можно вставить. Может его около экрана вставить, поэтому там нам не нужен экран, нам теперь главное видеть каждую команду отдельно. То, о чем вначале просила Марина Болеславовна. Можно в ряд, экран не нужен, закройте экран. Экран не нужен, закройте экран. Сняйтесь, ходить можно по сцене. Вторая, третья и первая, разделитесь. Жюри, вам нравится, как стоят команды? Сейчас жюри довольны, можно начинать. Значит, наш конкурс будет называться «Рифма». Мы будем предлагать вам одно слово, и вы по очереди будем подходить вот так вот, каждой команде. Каждая команда будет говорить другое рифмующееся с этим слово. Например, слово «галка». Команда скажет слово «палка», эта команда скажет слово «мочалка» и так далее. Если вдруг команда не может найти рифму, она выбывает из этого круга соревнований. Следующая команда, если может найти, говорит свою рифму. Но после того, как мы исчерпаем все рифмы, мы даем следующее слово. И уже следующий тур будет начинать вторая команда. То есть каждая команда один раз будет начинать этот конкурс. Задание понятно? Жюри просим считать, сколько рифм в сумме предложит каждая команда. Только дело в том, что слова будут английскими. Готовы? Начинаем с команды номер 6. Номер 6. Первое слово. Слово «мэн». Бен. Бен. Пен. 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 Тен. Тен. Сидели, сидели, ай-лю-лю. Все, девочки, бываем. Хэм. Хэм. Там. М и Н. Мэн. Выбиваем. Т. Было? Было? Л. Смайл.
Pile. Pile. Если еще смелый на смайл, уже префайл, пайл, фрагайл, стайл. Еще одно есть. Майл. Майл было. Окей. Третье слово. Давайте больше жизни. Третье слово. Вкусное. Слово кейк. Тейк. Кейк. Кейк. Кейк тейк. Стейк. Фейк. Лейк. Лейк. А с пирогами дело идет лучше. Брейк. Брейк. Снейк. Снейк. Фейк. Лейк. Лейк было. Было лейк. Лейк здесь было, да. Шейк. Крейг, как имя, Крейг. В принципе, да. Крейг, как имя. Имена собственные мы не продумали, учитываем или нет? Предлагаю учитывать. Давайте учитывать, конечно. Как скажете. Это стихотворение про Крейга, который ел пирог. Пейк. 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 Reasonable.
Reasonable, это не рифма. Table, reasonable, the stress in another place. Cable? Cable. Table, это кайбл. У кого еще есть рифмы? Давайте, последний заканчиваем. Это команда. Irritable. 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 Table is irritable. No. Первый. Fable. Fable. Table is fable. Okay. Yeah. Next one. Следующее слово. Name. Name. We started the second one, so name. Blame. Blame. Name. Aim. Fame. Fail. Shame. Shame. Flame. Flame. Aim. Frail. Blame. 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 Yeah, it was already. Game. Game. Так, простите, у первой команды это было новое слово, это было фактерность. Анастасия Сергеевна, что у нас с первой командой? Это, оказывается, был фрейм. То есть новое frame. Слово или нет? Слово фрейм звучало у второй команды. То есть у первой команды повторник, да? Да, у первой команды пока повтор. Давайте, pronounce it very accurately, please. Есть еще рифмы? Game, списали? Да? Same. Surname. Surname. Airplane. Airplane не пойдет. Surname. Nickname. Okay. Okay.
Okay. Еще одну рифму хотите сказать? Нет, она закончила. Yeah, so that's it. Let's call it a day. Большое вам спасибо. Теперь мы предлагаем вам разместиться в зале. Пожалуйста, далеко не разбегайтесь и садитесь командами. Кто-то вот здесь в уголок, кто-то чуть подальше и там. Первая команда остается на сцене. Сейчас мы будем просить вас исполнять.